люди верили богам солнца и луны. Когда молились Балтийскому богу, криви скрывайтесь по всем вопросам дистрибуции, братья посадили дерево ритейла. С каждым днем дерево росло и цвело. И братья в каждый дом привозили самое хорошее молоко Джоксмас. Долгосрочное молоко Марге. Самые лучшие в мире семечки Моги. Люди радовались каждый день, кушая мясо Рогнос. Руки мыли только маслом Рингува. А утро встречали только с минеральной водой Роса. Женщины блины кипли только на бролио мазле. А в складах все держали крупу фасма на зиму и муку дайна. И все пили только шампанское Алита. Но один день на дерево дистрибуции напали гадюки, змеи, конкуренты. И тогда смелые братья позвали Вайделути из контакт-центра, чтобы спасли дерево ритейла. Девушки свое дело сделали и сожгли конкурентов. Каждый лет в самую темную ночь братья собрались у дерева молиться богу ритейла на скидки. Хорошо, дам я вам скидку, но только за телегу. А за мешок? Да. Хорошо, дам я вам за мешок. Идите вы, делайте дистрибуцию. Ура!